Еще 6 лет назад говорить положительно об отрасли здравоохранения на курорте было невозможно. Ветхие здания больницы, поликлиник, нехватка специалистов и оборудования. Серьезная хирургия проводилась только в краевой столице. Проведение Олимпиады позволило полностью перевоплотиться курортной медицине. Появились опытные врачи и современное оборудование, позволяющее с точностью определять диагноз и совершать сверхсложные операции. На передовой многопрофильная 4-я городская больница, где применяется супертехнология, позволяющая останавливать развитие смертельного инфаркта миокарда. Осуществляется лечение сосудов головного мозга и кровеносной системы. В этом году началась работа реабилитационного центра на базе 8-й горбольницы. Услуги предоставляются в рамках медстрахования. Ультразвуковая установка, сухое вытяжение позвоночника и вот биодекс для разработки поврежденных суставов. Суставы это могут быть после эндопротезирования, это могут быть артрозы. И могут быть травматические повреждения около суставных тканей, прежде всего связок, это могут быть всякие контрактуры и так далее. То есть определенные показания к тому, чтобы человек прошел реабилитацию. В этом году откроет свои двери и новый перинатальный центр. Разрешится наболевший вопрос по второй горбольнице. По новой схеме начала работать и скорая помощь. Вызовы распределяются по категориям важности. В первую очередь относятся те обращения, которые представляют угрозу жизни. Активно работает поддержка врачей по телефону. Тем не менее, острых вопросов еще немало. Как было отмечено на встрече, решить нужно проблемы с регистратурами, качеством обслуживания пациентов в поликлиниках, а также искоренить грубость врачей и другие неблагополучные благоприятные факторы. Проводить подобные заседания было решено председателем городского собрания Сочи Виктором Филоновым. Пожелания, которые были высказаны, мы будем дальше продолжать. Было сказано по здравоохранению раз. Второе, которое была названа проблема, это проблема по поводу зеленых зон по городу Сочи и их судьбы наших зеленых насаждений и так далее. Поэтому очередную встречу, как мы и договаривались, будем готовить совместно с управлением лесопаркового хозяйства города Сочи. Такие обсуждения с участием городской власти, СМИ и руководителями отраслевых управлений позволит оперативно, качественно и открыто решать приоритетные вопросы курорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.